Храм Александра Невского восстановлен на бронзовом макете исторической площади Ленина. Сегодня миниатюра обрела свое постоянное местонахождение. Вот так главная городская площадь Серпухова выглядела во времена Российской империи. Жизнь, как говорится, здесь кипела. Торговая площадь на макете уже после серьезных преобразований, когда городничий получил нагоняй из Москвы за неблагоустроенность и грязь. Жители и гости Серпухова, прогуливаясь по площади Ленина, могут сравнить, как изменился исторический облик этого места более чем за 100 лет. Это очень кропотливая работа, конечно. А самое главное – это новый опыт. Автором необычного арт-объекта стал 42-летний серпуховский скульптор Илья Дюков. Подобный проект он выполнял впервые. Реконструировал площадь по старинным фотографиям конца 19-го, начала 20 века. Главное отличие современной площади – отсутствие на ней храма Александра Невского. Глядя на старые фотографии, именно в работе над площадью, мне было, конечно, все равно местами грустно. Такие вещи утрачены. Не только памятник, поверьте мне, но и частная жилая застройка. Она была более национальной, что ли. Она имела свой характер, она имела свой вкус. И вот это уходит, это очень жалко. Когда берут старые дома, например, сейчас обшивают сайдингом, утрачиваются наличники. Причем в наше время сделать подобные наличники очень дорого. Поверьте мне, я этим вопросом занимался. Надо сохранять то, что есть. При осмотре макета местные жители наверняка узнают ряд сооружений родного города. К примеру, знаменитый гостиный двор. Однако многие строения уже давно демонтированы. Миниатюрная площадь размером 180 на 200 сантиметров выполнена из бронзы и весит полтонны. Преображение площади Ленина завершается. Скоро она станет местом притяжения для жителей и гостей Серпухова.